Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок на английском сервере. Я вам показал, как я тритоном с топом, ну скажем так, с топом, топовыми буферами, блин, десятками затащил шестую кошмарку там за минут 20. Сейчас мы попробуем ее пройти с тыковкой вот такой вот и такими вот гарнизонными героями. Некоторые десятки есть, точнее одна десятка, остальные 12-ки надо будет ассасина тоже докачать на 12-й. Ну, я уже сделаю обзорчик, если хотите, плюс они посмотрите тоже, это тоже интересный герой. Так, поехали, собираемся, берем магию. Принято, думаю, не буду брать. Хотя тут уже есть на шестой у нас. Сейчас заберу. Плюшки. Так, 6-1. Все то же самое. Видите, у меня активирован даже зеленый хранитель. В принципе, неплохо. И стартуем, начиная с бочки. Получаем люлей и уходим отдыхать. Так, замедлили, отлично. Но без кубчика, видите, посложнее тут нам будет сейчас. Но 31% у нас уже есть. К сожалению, не знаю, затащим мне 33. Видите, героев я ушатал. То есть вот вам явный пример гарнизона, насколько они офигенные, особенно тритон. Пробуем еще разок. Нам надо хотя бы набрать 2 звезды. За 3. Можно было и 3 только что, но, как видите, их шатают. И очень больно. Так, давайте так попробуем. Попробуем оттянуть. Вот я оттянул щит по максимуму. Смотрим, что с этого дальше получится. Сможем ли мы вытащить 34%. Вот видите, что тотем и делает. Ничего не могу сделать. Тотем, тотем, тотем. Но зато, как видите, сливаю полностью всех героев. Просто смешно это все выглядит. Так, давайте еще разок. Давайте все-таки возьмем юнитов, попробуем. Разряжаем некоторые тотемы, хотя я к ним и так не добегаю, в принципе. Let's go. Так, заморозили. Кинули щит. Ускорялку. Ну, что-то мы тут не особо, я вам скажу, посливали. 37. 37, и у нас опять осталось несколько. Даже остались герои. Все, смотрите, некоторых добил. О, бочки, все пофиг. Бочка всех шатала. Жесть. 37. Сложновато. Не успевают они. Как видите, у меня очень много железной воли стоит. Для того, чтобы их не станили. Ладно, давайте тест еще разок. Тут
Так, ну половина, по-моему, не попала даже в щит, к сожалению. Ну, 41, 42, 44, 46, 49, 50. Есть, ребят. Мы это сделали. 6-1 гарнизоном. Просто отлично. Так, тыковка у нас жива, отлично. Смотрите, ну видите, тотемы, конечно, тут жесткие. Их нужно деактивировать. Потому что если вы их не деактивируете, то посливаетесь. Хотя, как видите, самое главное, чтобы тыковка выжила. Ну все. Не добьем мы тут все. Но если бы деактивировали тотемы, тьфу ты, заговариваться начал изначально, то в принципе затащили бы без проблем. Может и затащим, давайте посмотрим. Кто его знает. Ангел у нас в принципе есть. Заморозка есть. Смотрим. Может и успеем. Сейчас быстренько башенки ледяшка поразбивает. Чем она кайфовая, конечно, то, что очень большая помощь от башен. Просто мега. Ну и бочкой посмотрите на бочку. Бочки, по-моему, просто пофиг все. Да. Честно говоря, не ожидал я такого от гарнизона. Ай-яй-яй-яй. Тритончик, осторожней. Ты нам еще нужен. Ну, как видите, опять. Но если бы тотемы разрядили, думаю, бы без проблем бы это все затащили. Да, не хватит нам, к сожалению, времени немножко, причем. Ну, это такое. Самое главное, что мы эту подземку затащили практически на 3 звезды. Ну что, будет 90%? Ну, 89. Да, чуть-чуть нам не хватило. К сожалению. В общем, ребят, вот такой вот состав. Расскажу сейчас вкратце о нем, как обычно, для тех, кто смотрит видос первый раз и не знает. Топовый ледяха, который замедляет героев, благодаря чему мои герои там даже слабенькие могут их убить издали. Единственный минус, если подбежит ближний герой, он сольет. Стоит воодушевление на максималку, чтобы он заряжался, у него кулдауна, как и у многих гарнизонных, просто нет. То есть вот такой вот герой, плюс железная воля, чтобы не станился обязательно. Ангел с отхилом, тоже железная воля от стана. Ну, разброс стоит, чтобы убивать некоторых героев, не давать им заряжаться. Ассасин, я не помню, как убийца или как там у нас на русском сервере. Чисто на дамаг собран герой, то же самое. 540% от атаки цели с наименьшей жизнью, вот так вот. Так, дальше. Тыковка топовая. Бочка, имба-бочка, которая просто мега-танк, если особенно позаряжается. Можно, кстати, будет попробовать железную волю. Ну, в принципе, вот такой вот вариант меня вполне устраивает. У нее на 12-м еще ограничение. Ну и новая имба, замена Анубису, я считаю, даже мега достойная. Мы ее протестим на 7-10. Когда дойдем, ради интереса, когда я буду уже семерки проходить гарнизоном, там, или не знаю, или своими героями, мы потестим изначально точно так же, как шестеркой, скорее всего.
Шестую кошмарку прошли. Вот такая вот. У него нету кулдауна. Офигенный урон на 12-м 200%. 100 целей понижает от хил. Ну, в общем, просто, просто круто. Куда еще лучше, я даже не знаю. Надо будет потестить его еще и на древнем. Вот. В принципе, все. Вот такой вот составчик. Как видите, ничего сложного. Просто нет. Просто прокачайте определенных героев и трешуйте. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.